голове. Тут в комплекте с металлическим уголком блик иконы, хоруфик, ватная сталь. Один недостаток, не видно Христа. Красоты вертикаль, земной красоты. Чем дальше, тем больше становится понятно, что уговорить власть вот так вот уйти или там сдать серьезно свои позиции не удастся. Очень дубовая, очень негибкая власть и настолько, видимо, ослеплена собственной жадностью, что уже не в состоянии адекватно реагировать на угрозы в ее адрес, собственно, на угрозы ее существования. Поэтому, если это произойдет, первое время, наверное, будут популярны вот, и выйдут на стадионный уровень группы, которые... Ну, я совершенно не жду этого, и мне... То есть, в этой ситуации мне такой популярности не нужно. Тут не в этом дело. Если, в принципе, такой революционный процесс произойдет, я буду очень рад этому, потому что все разговоры... Все противопоставления эволюции и революции, мне кажется, это все, конечно, какое-то такое, ну, отчасти кремлевское изобретение, отчасти вот изобретение конформистов таких вот пожизненных. Потому что, мне кажется, это взаимоперетекающие процессы. Эволюция превращается в революцию, которая плавно переходит в революцию. И, в общем, эти вещи питают друг друга. Сейчас как раз вот такой период, когда, мне кажется, эволюционно, ну, не получается. Мы вот 5 лет уже пытаемся эволюционно докричаться до власти, но не готовы они эволюционно. В результате, видимо, будет революция. Какой она будет, ну, посмотрим, тут тоже никто ничего не знает. Все, как, собственно, и в 89-м, в 90-м, никто не мог предположить, что это вот так будет, так быстро и так безболезненно. Клубы под названием Revolution. Но, как видно, это не решает проблему, потому что все равно сотни тысяч людей выходят на улицы, значит, им недостаточно вот этого декоративного протеста. Хотя он уже культивируется, я уж не знаю, специально или нет, но ну, это, в принципе, общемировая тенденция. Это ж недаром нонконформист, там, протестант стал лицом года. Я думаю, что тут будет, конечно, как всегда, будет к чистому течению примазываться масса мелких, там, не знаю, грязных ручейков. И во что они это превратят? Ну, невозможно строить прогнозы на будущее, исходя даже из ближайшего прошлого, потому что мы живем совершенно в невероятно стремительном информационном мире, поэтому сравнивать себя даже с 80-ми годами, мне кажется, некорректно. Тут настолько глобально меняется скорость поступления информации, обработки человеческим мозгом. Ну, то есть очень много процессов одновременно. Поэтому наша задача просто перейти на новый уровень самосознания гражданского. То есть имеется в виду, чтобы эта свобода, ради которой все происходит, поднялась на новый, принципиально новый, качественный уровень. То есть ощущение свободы, ощущение себя гражданином, хозяином этого пространства под названием Россия. Вот. И, как известно, идеальной свободы там или полной свободы не бывает, и никто и не ждет этого. Речь идет о полной свободе, абсолютного нет в земной природе. Я о том,
подчеркнуть и закрепиться. А дальше уже будут новые какие-то горизонты и новая борьба за какие-то вот успехи в строительстве этой новой свободы. Конечно, на этом пути будет важно, чтобы ниже. Вот, то есть закрепить нужно законодательно, закрепить, нужно вводить наблюдательные органы, нужно выборность сделать настоящей, действительно. Но вот это мы могли сделать в 91 году. Прошляпили, все прошляпили. Никто не проконтролировал Ельцина, никто не нажал на него. Все это можно было сделать уже тогда. То есть базовые институты должны, конечно, постоянно заниматься... То есть планка должна быть настолько жесткой, чтобы ее невозможно было снижать. Вот тут Путин что сделал? Собственно говоря, вернул нас вот к этому состоянию конца 80-х годов, или даже начала 80-х годов. Ну, отобрав свободу СМИ, отобрав выборы. Вот чтобы этого не происходило, нужно прописать все это, действительно. То есть, если человек покушается на каким-то образом на свободу СМИ, он... значит, имеет уголовное дело сразу, уголовный срок. Если он залезает в средства массовой информации, ну если он залезает в выборный процесс, то же самое. И причем это должно быть автоматически. Ну а для этого разделение властей, ну вот об этом все говорят, но просто это должно быть, это должно сопровождаться на первом этапе посадками. Вот так даже? Да, посадками тех, кто вот уже на данный момент, ну вот сейчас, ну, особенно рьяных. Скажите, иначе никто не поверит в суть этих изменений. Доброе утро, я снова здесь, мне ничего не надо, у меня все есть, я гуляю по кухне. С гордым видом мы имеем основание считать себя всегда сытым. Это снова модно, чем лучше человек, тем толще морда. Не думай ни о чем, кроме колбасы, если хочешь быть одним из тех, кто сыт. Сыт по горло, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Проблематика не меняется, уже там 5000 лет она не меняется. Все то же самое, то есть не убей, не укради. Вот против чего протест. Против тех, кто убивает, против тех, кто крадет. Все просто. И против тех, кто лукавит, против тех, кто лжесвидетельствует, кстати. Вот, чем занимается вся милиция поголовная, и совершенно этого не стесняется, еще и гордится. Культура, ура, 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 новые услуги порно-рынка. Корпорация добра продолжает свою вечеринку. Какой-то зомби помог, рокеры, святоши, журналисты, артисты лижут хозяйское дерьмо. Искренне, неистово, образа, образы врага. Ежедневно, внутривенно, священным союзом царя и сахара. Верите, кремлеч, заколотите подвал. Погает, крысы мавзолей, все давлее и живее. Власть пугает, на свежих могилах растут куршевели смерти. Заколотите подвал. Кожа стала толще, рецепторы восприятия вот такого рок-н-ролльного притуплены, потому что очень много музыки, которая внешне напоминает рок-н-ролл, и очень много вообще громкой информации. Поэтому приходится заколотить и подвал, вот так, потому что иначе иносказания уже не пробивают. Это хотя бы вызывает у некоторых либо отторжение, я пришел сюда отдохнуть, не призывайте меня никуда, либо поддержку и понимание. Вот пришлось поменять язык, там и стилистика, там какие-то рэповые кусочки, которые, ну, это из меня натурально вылезло просто, я, потому что как нахожусь во времени, я понимаю, что вполне адекватно, если в припеве будет кусочек рэпа, микрокусочек, который будет сменяться снова какой-то заглавной поющейся фразой. Ну, это тоже принес 21 век и конец 20-го, вот эти вот формы музыкальные. Плюс какие-то еще электронные новинки, которые тоже мы не могли себе позволить использовать тогда, их бы никто не понял. Так что язык меняется, не
не знаю, в хорошую ли сторону, это уже такой риторический вопрос, раз он меняется, если я уже на нем говорю, а мне, ну, так или иначе, приходится общаться и с разными поколениями. Вот, я это и в музыке выношу тоже таким же образом, как мне кажется. Ну, это вот такой как частный пример, а вообще это, наверное, такая емкость информационная, ну, максимально, то есть нельзя растягивать, вот, например, песни такого рода нельзя растягивать на 10 куплетов. Вот, вот это тоже признак времени. Как вот раньше это можно было там как-то все это. И нельзя, чтобы слоган был многомерный, слишком многомерный для песен такого рода, как мне кажется. То есть поэтому вот сейчас, вот для уровня восприятия, потому что если даже на этом уровне люди не успевают понять, что происходит, то приходится, да, долбить, что называется. Добрый вечер, мы из Петербурга, обычный русский чурка, лет 300 назад на работу нас нанял великий Петр. Мелькали стрелки над ми, менялись работодатели. Золотые пришли нулевые, новые хозяины, единая Россия. Ой. Ну не то, что даже не упрощение, нет, просто как это, повышение емкости сказанного. То есть это то, что, ну, называют внятностью текста. Вот невнятного очень много вокруг, слишком много. Вот, даже вот эти рэпы 50-куплетные, там же невозможно слушать это, потому что там очень много пустобрешества и песка насыпано. Все это, конечно, может производить какой-то определенный психоделический эффект на слушающего, но мне совершенно вот в этой эстетике, ну, протест, он не, его не слышно там, он пропадает, он исчезает. Что касается мировых тенденций, там то же самое, тоже какие-то более емкие, вот просто форма должна быть, как мне кажется, учитывать в себе все те достижения предыдущих поколений рок-музыкантов в донесении, как вот в максимально внятном донесении какой-то идеи, мысли. И сюда идут и от Pink Floyd до Prodigy, все хороши, до Nine Inch Nails. Потому что это, ну, это бэкграунд, который вот я, например, через себя пропускал там все эти годы, я не вижу там никакого противоречия. То есть там и просто язык меняется немножко, да, меняется ритмика, меняется, и все становится просто немножко быстрее. И, ну, даже не скажу агрессивнее, просто более сжатый поток информации, потому что привлечь вот это вот, как оно называется, сейчас этот синдром рассеивающегося сознания, по-моему, когда человек просто не, в принципе, это болезнь планеты, человек не успевает всерьез о чем-то глубоко подумать, уже идет следующая порция информации, но вот для того, чтобы этого не происходило, это должна быть инъекция, это должен быть укол. Ну, вот я пытаюсь каким-то образом это аккумулировать в каких-то фразах. Ну уж насколько получается, это другое дело. Любишь и дроны, и Новый Завет, а я люблю насекомых в своей голове.
Как действительно дежавю, я помню, как Борис Гребенщиков уговаривал там не разрушать рок-клуб, постараться поаккуратнее, вся его группа была тоже настроена так, то есть не петь вот эти песни, которые запрещали петь, но в результате он тоже потом сел на этот поезд в огне и поехал, но сейчас опять происходит то же самое. В общем, я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Пускай, если это искренне, пускай люди включаются. Зачастую нет, потому что конъюнктура стала основой натуры для многих. После вот этих 25 лет успешных концертов так боишься их потерять, что люди просто не могут себя представить живущими там на $1000 в месяц. Они, для них это катастрофа просто. И поэтому вот это все, плюс семьи, дети, бесконечное количество обременяющих факторов. Поэтому это искренне, но это нечестно, вот как говорят. То есть сейчас они искренне раскаиваются, но раскаяния я не слышу, вот что. По идее, надо бы сейчас, я это говорил вот на собрании вот недавно, как раз было, что нам бы всем бы надо то вспомнить, какими мы были там 2-3 года назад, и сказать, публично сказать, что, ребята, я был неправ, призывая голосовать за Путина. Я дурак. Но этого не происходит. Сейчас начинается, мы пересмотрели свою позицию по отношению к Путину. Ну, что, каждый выкручивается как может, но, в общем, еще раз, доказательства, не надо ни на кого полагаться, а уж тем более на звезд. Потому что крыша едет реально от звездности, от самого процесса пребывания в некой обойме и желания задержаться в этой обойме. Даже после длительных гастролей они возвращаются другими людьми. Просто вот это обилие любви имеет обратную сторону, какое-то вот отсутствие адекватности. То есть то, что человек вроде нормально соображал, еще вот сидел без гастролей. Вот он полгода поездил, и у него уже ощущение, что он оракул. Что он уже... А при этом мыслью он сидит полгода назад. Уже в стране произошло, а он чесал концерт, ему не до этого было. А вот я рад, что у меня есть возможность наблюдать за окружающим миром хотя бы в этом смысле. С лапшою на ушах можно быть великим мудрецом и поэтом, и свое, и государево множить, и медали получать за это. С лапшой на ушах жизнь хороша. С лапшой на ушах просто верить в тихую свою стабильность, песни петь про виртуальных монстров, что грозят твоей земле родимой. Ой, да, Русь моя, вот и бесится, околесится, прикрывая подкожный срам. Плюхой песенкой развесится, все о пользе добра. Вот и бесится, околесится, изо всех щелей по ушам. Оказывается, мы с вами входим в перечень мероприятий. Художественных мероприятий концертного типа. А, в отличие от диджея, который будет за нами. По закону, поэтому в рамках шатра нам в 10 часов надо заканчивать. А диджей может продолжать дальше, потому что он не мероприятие. Поэтому гордитесь, вы присутствуете на мероприятии. Россия без Путина! Еще немного, ребят. Я уже 5 лет на
прям ору, готов еще 5 лет поорать. Быть может, он просто жесток. Быть может, ему не закон Шопенгауэр, но воля и власть — это все, что в нем есть. И я не пойду за ним. Я вижу плоды могучих иллюзий. Мне нужен свой свет, мне нужен свой крест. Ваш Путин фашист. Не смотри на меня так, я знаю точно, просто фашист. Не смотри на меня так. И дело совсем не в цвете знамен. Он может себя называть кем угодно, но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков, но симптомы болезни слишком известны. Пока он там наверху, он будет давить. Твой папа фашист. Не смотри на меня так, я знаю точно, просто фашист. Классно, статья 54. Вы будете привлечены ко всем мерам воздействия.